На календаре 12 августа. Это значит, что сегодня в Казани стартует международная олимпиада школьников по информатике. Здесь, в аэропорту Казани, мы ожидаем первую команду участников. Первой на соревнования приехала команда из Колумбии. Стоит отметить, что в этом году Казань соберет более 80 команд из разных стран мира. Кроме того, представители еще 5 стран выступят в роли наблюдателей. От каждой страны в олимпиаде принимают участие команды из 4 школьников – руководителя и заместителя руководителя команды. Я очень жду начала олимпиады. Мне интересно посмотреть, как Казань организует это мероприятие. На данный момент я полна приятных впечатлений и ожиданий. В аэропорту участников встречают волонтеры. На протяжении всей олимпиады они будут сопровождать делегации, помогая им в решении разных организационных вопросов. Что же касается самих участников, то они всегда с волнением ожидают начала олимпиады, ведь вкладывают в нее много сил, упорства и стараний. Для меня эта олимпиада значит очень много. Я готовился к ней последние 3-4 года. Я думаю, эта олимпиада дает возможность построить хорошую карьеру в сфере IT-технологий. Я участвовал в олимпиадах 4 раза. По моему мнению, участие в IOI – это прежде всего возможность встретить людей с такими же высокими достижениями, а также подать заявление на поступление в университеты за пределами своей страны. Например, я закончил Кембриджский университет благодаря этой олимпиаде. Олимпиада по информатике IOI завершится только 19 августа. Впереди у участников много интересных и увлекательных дней. Желаем им удачи. Аделя Валеева, Руслан Уразаев, Универньюз.